Лайфхаки от Надюхи. Сегодня я расскажу вам, как сделать своими руками штору Blackout. Этот совет может пригодиться всем нищебродам, таким же, как и я. Проснулась от того, что солнце светило мне прямо в глаз. И я подумала, что мне очень сильно нужна штора Blackout, полностью не пропускающая свет. Я расскажу вам, как своими руками сделать штору Blackout. Я спала вот здесь, и меня разбудили лучи солнца, потому что раньше у меня была только вот эта простая оранжевая штора. Но теперь у меня появился Blackout. Вот он. Мой Blackout выполнен из высококачественной фанеры. Он защищает меня от прямых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей солнца и помогает мне крепко спать даже в дневное время. Blackout из фанеры – это легко, просто и надежно. И пила с молотком вам для этого не понадобится. Если вам тоже нужен Blackout, сходите на помойку зеленой рощи в моем дворе. Тут себе найти Blackout сможет каждый. Причем уже прямо сегодня. Тут реально на всех хватит. А если каждый заберет по одному Blackout к себе домой, то у нас даже какое-то время во дворе помойки не будет. Ой, не знаю, за что мы хоть каждый месяц по 300 рублей платим.